Друзья, как быть всегда защищенными от энергетических дьявольских козней? С вами Михаил Федоров, маг, целитель и эзотерик. И сегодня я вам расскажу о том, как избавиться от следующих трех дьявольских козней. Что они собой представляют? Первая козня – это похоть плоти. Вторая козня – похоть очей. И третья козня – это горделивость. Вот чтобы этого с вами не было, носите на себе изображение или при себе, или где-то нашейте, или приколите на значке, ну, как угодно, изображение ангелов, друзья. Вот такой символ будет служить, друзья, очень хорошей защитой, и вы всегда будете наделены, во-первых, божественной мудростью, а также, конечно же, духовной чистотой. Будьте благословенны!